В среднем у людей по 10 тысяч вкусовых луковиц, однако с возрастом их не сменяют новые. В зрелом возрасте у человека может остаться всего 5000 активных рецепторов. На вашем теле 5 миллионов волосяных луковиц, на голове их всего 100 тысяч. Волосы за месяц отрастают чуть больше, чем на сантиметр. Значит, если не стричься 70 лет, прическа будет длиной с телефонный столб. Цвет ваших глаз определяет пигмент под названием меланин. В карих глазах больше меланина, чем в зеленых. Кстати, у людей с голубыми глазами оболочка глаза совершенно бесцветна. Их глаза приобретают голубой оттенок так же, как вода или небо. Средняя продолжительность жизни волос на бровях – 4 месяца. В теле человека весом 50 килограммов содержится 40 столовых ложек соли. Менее 1% людей рождаются с сердцем в правой части груди, а не в левой, как обычно. Вы моргаете 15-20 раз в минуту. Мышцы ваших глаз – самые быстрые в организме. Но перед экраном компьютера скорость моргания сокращается до 5 раз в минуту. Кровь в вашем организме перемещается со скоростью 6 км в час и достигает мозга всего за несколько секунд. В вашем организме 3 миллиона потовых желез. Многие из них расположены на подошвах ног, ладонях, лбу, подмышках и щеках. Двигаясь со скоростью чуть больше 3 км в час, вам придется прошагать 20 часов, чтобы избавиться примерно от половины килограмма веса. А если вы продолжите двигаться с той же скоростью без остановки, вы обогнете экватор за 518 дней и 8 часов. Ушная сера не является ей в прямом смысле. Она состоит из жира, клеток кожи, пота и грязи. Рад, что вы спросили. Что? Не спрашивали? Отпечатки пальцев развиваются у эмбрионов в возрасте 3 месяцев. Солнечный ожог – результат воздействия радиации. Когда защитный механизм тела не справляется с лучами ультрафиолета, в результате токсичной реакции на теле возникают ожоги. Красные глаза на фотографиях появляются от того, что зрачки не успевают сократиться, когда срабатывает вспышка. Мощный пучок света, направленный на сетчатку, достигает ее и отскакивает обратно. Первый из известных нам людей с голубыми глазами жил в каменном веке 7000 лет назад. Вопреки распространенному мнению, контактные линзы не могут закатиться за глаз. Зубы начинают формироваться до рождения, но режутся лишь в возрасте 6-12 месяцев. Левши, как правило, предпочитают пережевывать пищу левой стороной челюсти, правши же используют противоположную. Родившись, вы видели мир только в черно-белом цвете, как и другие малыши. Один глаз видит лучше другого. Человеческий волос настолько сильный, что может выдержать 1 килограмм веса. Каждый день образуется 300 миллиардов новых клеток. У блондинов больше волос, чем у брюнетов. Если собрать все железо в организме, можно получить гвоздь длиной 7,5 сантиметров. В пальцах нет ни одной мышцы. В вашем организме достаточно крови, чтобы накормить 1 200 000 комаров. На самом деле ваши глаза видят мир вверх тормашками, но мозг корректирует изображение. Когда вы просыпаетесь, обоняние активируется в последнюю очередь. 50% силы ваших рук находится в мизинце. Среднестатистический человек потребляет 45,5 тысяч литров воды к 70 годам. Организму требуется 15 тысячных секунды, чтобы распознать вкус. Это быстрее, чем моргнуть глазом. Вкусовые рецепторы нельзя увидеть невооруженным глазом, а маленькие бугорки на языке – это сосочки. У человеческого мозга больше нервных клеток и связей, чем звезд у Млечного Пути. Есть термин, описывающий желание постоянно ковыряться в носу – ринотилексомания. Ногти на ведущей руке растут быстрее, чем на другой.
Если захотите пересчитать все нервные клетки в мозге, на это уйдет 3000 лет. Кожа взрослого человека весит 3,5-5 килограммов, и ее поверхность равна площади пола одноместной палатки. За всю жизнь человек проходит 160 тысяч километров. Столько же получится, если обойти экватор 4 раза. Позвоночник взрослого 70-килограммового человека весит 10 килограммов. Вы тратите около 5 лет своей жизни на еду. Ваше сердце бьется около 3 миллиардов раз за жизнь. Среднестатистический взрослый человек проводит треть жизни во сне. Человеческий организм переваривает где-то примерно 45 тонн еды за всю жизнь. У промежутка между бровями есть название – глабелла. Самая толстая кожа на стопах, а самая тонкая – на веках. Некоторые слышат, как в черепе двигаются их глазные яблоки. Если раскрутить ДНК человека, она растянется на 16 миллиардов километров, что в 40 тысяч раз больше расстояния между Землей и Луной. Кожа полностью обновляет клетки каждые 28-30 дней. Печень может восстанавливаться, даже если потеряет четверть своего размера. Вкусовые рецепторы живут не более 10-14 дней. Мозг использует более 20% энергии тела, даже когда вы спите. Пока вы слушали этот факт, в вашем теле появилось 50 тысяч новых клеток, которые заменили старые. 7 октиллионов – это количество атомов, из которых состоит тело одного взрослого человека. Это 7 миллиардов миллиардов, или 7 с 27 нулями. У помидора на 7 тысяч генов больше, чем у человека. Но больше не значит лучше. Разве что сочнее. У гусениц больше мышц, чем у людей. У нас их около 650, а у них 4000. Пот человека не имеет запаха. Запах появляется от того, что бактерии, живущие на теле, начинают взаимодействовать с потом. У каждого человека одинаковое количество жировых клеток, вне зависимости от того, насколько он худой или полный. Эти клетки либо становятся больше, либо меньше, и от них не избавиться с помощью диет или упражнений. У людей на теле столько же волос, сколько и у шимпанзе. К счастью, большинство из них тонкие и светлые, так что их не видно. Хотя я бы не отказался от плотного волосяного покрова зимой. Вы когда-нибудь видели странные полупрозрачные штуки, которые бесцельно плавают прямо перед глазами? Или даже прямо внутри глаз? Не пугайтесь, в них нет ничего опасного. Это плавающие мушки. Особенно их легко увидеть, глядя на синее небо или любую другую яркую и чистую область. Мушки не совсем объекты. Это крошечные дефекты в особой части глаза, которые называются стекловидное тело. Мы можем их видеть, поскольку эти изъяны преломляют свет, проходящий через зрачок в сетчатку, обеспечивающую зрение. Так что не нужно бежать к офтальмологу, если увидите мушек. Они совершенно безвредные. Хуже всего просыпаться, дергаясь или подскакивая от жуткого ощущения, словно вы упали с кровати или со скалы. Оказывается, это происходит сразу после того, как вы уснули, ровно в тот момент, когда все мышцы одновременно расслабляются. Мозг может перепутать это явление с зовом на помощь, потому что обычно при расслаблении всех мышц вы падаете. Чтобы приготовить вас к падению, мозг, естественно, посылает тысячи быстрых сигналов мышцам, чтобы заставить их работать. У этого явления даже есть свое название – гипногогическое подергивание. То же самое происходит и в меньших масштабах, когда у вас при засыпании подергиваются руки или ноги. Когда нас застают врасплох или пугают, ноги вдруг могут стать тяжелыми, как бревна, сердце начинает стучать, а по коже бегут мурашки. Все это результат одного процесса – реакции на адреналин, впрыскиваемый в кровь. Когда он начинает работать, включается так называемая реакция «бей или беги». Она вызывает усиленное напряжение мышц и кровоток, из-за чего ноги становятся тяжелыми. Все системы организма приходят в полную готовность действовать решительно и быстро.
но в то же время реакция может вызвать два разных ответа. Вы можете побежать со скоростью олимпийца, а можете встать как вкопанный. Причина в том, что есть два типа реакции на опасную ситуацию. Можно справиться с ней, поборов свой страх или полностью избежав ее. Сморщивание происходит, когда сужаются подкожные капилляры, но это не самое интересное. Ученые обнаружили, что если нервы в ваших пальцах повреждены, то морщины не появляются, сколько бы вы ни держали их под водой. А значит, морщины образуются благодаря особой реакции организма на воду, и это не имеет отношения к самой коже. Следовательно, это важно по какой-то биологической причине. Дальнейшие эксперименты включали сбор мокрых стеклянных шариков сухими руками и сморщенными мокрыми, и оказалось, что во втором случае собирать их проще. То же касается и ног. Гораздо легче и безопаснее стоять на мокрой поверхности, когда кожа стоп сморщена. Видимо, это способ природы укрепить нашу хватку в скользкой ситуации.